Ну, что будет дальше, я не знаю, я не Ваенга. Я могу сказать, что я не хочу, чтобы дальше было хуже. Естественно, если наш премьер призывает нас, ну, в кавычках говоря, затянуть пояса, но он констатирует реальность. Мы же видим, что хуже становится. Он просто озвучил это дело. Мы все равно затягиваем пояса, озвучил он это или не озвучил, все равно мы понимаем. Но что делать? Я вообще понимаю, что так как я уже не первый год живу на свете, что жизнь вообще синусоидная. Она не бывает плоская, как стол, где все хорошо или все только очень плохо. Был период хороший, сейчас период плохой. Я оптимист, я же музыкант, я сочинитель. Я не могу без оптимизма, без вдохновения. Вдохновение только приходит, когда ты понимаешь, что вот дальше будет хорошо, в будущем. И вообще, человек так устроен, что он верит, что в будущем всегда будет хорошо. Я хотя бы поддерживаю.